Есть невежественная жизнь. В этой дорогой пойдешь, себя потеряешь. Себя потеряешь. А вот смотрите, эта страсть, это цветочки по сравнению с невежественной жизнью. Вот просто честно зарабатывать себе на жизнь, там, богатеть, становиться успешным человеком, так это цветочки. Потому что в этих деятельности много хороших качеств развивается. А вот если ты развратом занимаешься, если ты нажрался, как свинья, пришел домой, вот здесь уже, извини меня, цветочков не будет. Когда человек живет такой жизнью, несомненно, он теряет себя. И первый признак такой потери — это смена ценностей. Вот есть страстные поступки, они человека зажигают желанием дальше туда двигаться. То есть чуть-чуть повезло тебе на работе, деньги пошли, и ты все, как сумасшедший туда пошел. Это страсть. А вот когда невежество приходит в жизнь, человек теряет понимание вещей. Выпил чуть-чуть, пропадет чувство, что это опасная вещь, спиртное. Оно не будет казаться уже ядом, опасным вещью. Ты будешь пить уже нормально, как бы, по чуть-чуть можно, полезно для здоровья. Холестерин снижается там в организме, все. Мозги тоже снижаются, но об этом никто не пишет. Да, по чуть-чуть пить человек может прожить много лет. Продолжительность жизни не сокращается от небольших употреблений. Сокращается сила разума. Сила разума — это не означает, сколько денег ты зарабатываешь. Сила разума означает способность чувствовать совесть, выполнять свой долг бескорыстно перед людьми, видеть святого человека перед собой, молиться способность, способность постичь смысл жизни, что я душа, постичь, что я вечную природу имею, что у меня будет следующая жизнь. И если я неправильно живу, в следующей жизни я за это отвечу. Вот это ощущение, что это так, это называется сила разума. Она не дешевая штука, она не возникает в результате учебы в школе или в институте. Это возникает в результате глубоких отношений со святой личностью. Такая сила действительно в сердце приходит от таких отношений. И трезвость приходит в жизни, что есть что. Начинаешь понимать, как все устроено здесь, что происходит. Все сразу приходит, картинка приходит в сердце.